Международная выставка под названием «Транспорт России-2016» прошла в Москве на минувшей неделе. Свой проект на ней презентовали и представители Беларуси. Подробнее в репортаже. Транспортная неделя, в рамках которой и прошла выставка, уникальный формат, включающий в себя крупнейшие и наиболее значимые деловые и культурные события отрасли. На территории выставочного центра «Гостиный двор» были представлены различные инновационные проекты в сфере автомобильного транспорта, авиации, судоходства и другие технологии транспортной сферы. Свой проект на выставке «Транспорт России» представила и белорусская сторона в лице ЗАО «Струнные технологии», презентующие инновационные технологии, которые уже начали проходить ходовые испытания в городе Мариногорка под Минском. Первым подвергся один из подвижных составов, разрабатываемых в рамках проекта – Unibike, который представляет собой транспортное средство малой вместимости. Первичной сферой его применения выступают рекреационные и закрытые зоны, места отдыха и локальные транспортные линии. С развитием технологий и необходимой инфраструктуры Unibike может использоваться как полноценный городской транспорт, занимающий промежуточное положение между персональным и общественным транспортом. Этот вид транспорта имеет ряд преимуществ, призванных сделать комфортнее и дешевле передвижение пассажиров. Мы говорим о дешевизне, низкая стоимость путевой структуры, низкая стоимость подвижного состава, экологичность, большие объемы возможной перевозки людей, пассажиров, грузов из-за немного другого подхода к логистике. У ЗАО уже есть несколько потенциальных заказчиков из разных стран, таких как Австралия, Филиппины, Россия, Израиль, Канада, Индия и другие. Ну и скажите, напоследок, сегодня уже подходили официальные лица. Угу. Как они отзывались о изменениях? В первую очередь, было очень приятно, что наш стенд посетил Сергей Иванович Морозов, губернатор Ульяновской области, который в 2009 году первый презентовал эту технологию Дмитрию Анатольевичу Медведеву в Ульяновской области на Госсовете по инновациям. И он с большим удовольствием увидел, что проект развивается. Выставка «Транспорт России» действовала в течение 3 дней, и за это время ее посетили 1000 человек, и было заключено либо запланировано не одно соглашение о сотрудничестве.